Guys, and welcome to my YouTube channel where I'm teaching how you can improve your English skills. And in this lesson, we will continue our learning English from films. Guys, now let's look at this excerpt from the beginning to the place to which we have reached without my translation into Russian and without any explanation. And after that, you will look at your results. Ребята, всем привет! И сегодня на моем канале мы продолжим изучение английского языка по фильмам. Сначала хотела бы сказать, что мы сейчас будем смотреть этот фильм на английском языке сначала до места, до которого мы остановились на прошлом уроке. И также вы посмотрите на свой результат. И с того места, на котором мы остановились, я буду переводить. А сейчас просто смотрим и пытаемся хоть что-то понять. Вы готовы? Let's get started. Good morning. Stuart, what are you doing here? You promised to watch me while my parents perform emergency surgery in Mexico. Ring a bell? I plan on being a surgeon myself. Good for you. What do you want to be when you grow up? Or is this nanny thing pretty much it? Did your parents mention how much they're paying me? It's all here. Stay as long as you want. Thank you for taking care of our precious Stuart while we go off to save a child's life. Apparently, they're not too worried about messing up this child's life. Now, Serene, no matter what our personal feelings are, we will do our best to make Stuart feel welcome, right? As long as my beloved is here, I feel welcome. Scalp massage? Ребята, мы остановились до этого места. И сейчас давайте смотреть, а также переводить и попытаемся это понять. Что здесь говорит Сури? Так? Готовы? Так, давайте попробуем прочитать и перевести. I'm telling you. Кто знает, как это переводится? I am telling you. Я говорю тебе. I am telling you. Я говорю тебе. Telling you. Говорю тебе. Stuart is obsessed with me. Stuart is obsessed with me.
Стюарт одержим мной. Obsessed it, это означает одержим. То есть он не может без меня. Stuart is obsessed with me. Come on, you're exaggerating. Come on, you're exaggerating. Come on, you're exaggerating. Кто знает, как это переводится? Как это переводится? Никто не знает? Ну, тогда слушайте. Come on, это переводится ну же, а не иди ко мне. Ну же. Come on. You're exaggerating. Ты преувеличиваешь. You are ты. Exaggerating. Преувеличиваешь. Stuart, right here, my angel. Прямо здесь, мой ангел. Right here, my angel. Прямо здесь, мой ангел. Do you like it? Тебе это нравится? Или же тебе нравится это? Do you like it? It – это. Do you like? Тебе нравится это? What is our ship name? Zuard is our ship name. Zuri – название нашего корабля. Ship – это корабль, а name – ship name – это название корабля. Oh, you're buying me a ship? Oh, you buying me a ship? Ты купил мне корабль? Тот Zuri спрашивает, ты купил мне корабль? He means, он имеет в виду, relationship, he means relationship, он имеет в виду отношения. Then forget it. Well then forget it. Well then forget it. Ну тогда забудем об этом. Давайте посмотрим это предложение. Я ненавижу Зури. То есть она имеет в виду, что ей не нравится. Как бы после того, как она услышала, что это дело не про корабль идет, то, что Стюарт не купил ей корабль, она имеет в виду, все, я ненавижу тебя, как бы я ненавижу твою идею. I hear what you're saying. Я слышу, что ты говоришь. I will change it to story. ILL это означает сокращенно только I will change it to story. Я поменяю change, менять его на стремительно. Как бы story означает стремительный. Но я думаю, это никнейм ее, не знаю. Давайте дальше. I think that kid's bow tie is on too tight. Я думаю, I think that kid. Как бы этот ребенок, или же в нашем смысле этот мальчик. Как это переводится? Сейчас подумаю. По-моему, слишком сильно. Слишком сильный пролив, да. Я думаю, у мальчика слишком сильный пролив. Jesse, we don't need to do this. Sleep in my room. Jesse, нам не нужно этого делать. We don't need, нам не нужно to do this.
этого делать. I can't sleep in my room. Я могу спать в своей комнате. Look, my nanny website says if you want to break a habit, it's good to get out of the environment that triggers it. And my nanny website says. Так. Давайте посмотрим. I don't need to do this. I can sleep in my room. Look, my nanny website said. Look, my nanny website says. Посмотри. Как бы посмотри. На сайте моей няни написано. If you want to break a habit, it's good to get. If you want to break a habit. Посмотри, на сайте моей няни написано, что если вы хотите избавиться от привычки, to break a habit, break it, как бы дать перемену привычкам, то есть избавиться от привычки. Get out of the environment that triggers it. And Mary. Хорошо бы выйти из среды. Logins 529 is. Хорошо бы выйти из среды, которая ее вызывает. И вот, вот это название Mary Bloggins 529 is never wrong. Never wrong. И вот, вот это название ничего не означает, как бы Many Bloggins 529, это название ничего не означает. So I'm never going back to my room? So I'm never going back to my room. Таким образом, я никогда не вернусь в мою комнату. Как бы он здесь спрашивает, хоть нет построительного предложения. Просто делает выразительно, как бы выражает свои мысли. So I'm never going back to my room. Как бы так. Sure you are. As soon as you get used to sleeping with. Sure you are. Конечно же, ты вернешься. Sure you are. Конечно же, ты вернешься. Конечно же, ты вернешься. То есть, или же можно сказать, sure you are, уверенно. Ты пойдешь спать в свою комнату. Soon as you get used to sleeping without. Смотрите, как бы здесь говорится. Without Kenny. Ты вернешься в свою комнату, как только привыкнешь спать без Кенни. То есть, когда привыкнешь спать без своего, без своей мягкой игрушки. So I'm never going back to my room. So I'm never going back to my room. Таким образом, я не пойду спать в свою комнату. Так что он уверен, что не справится с этим заданием, и он уже говорит, что он не вернется в свою комнату. Давайте смотреть. Kenny? Where are you? Kenny? Where are you? Кенни, где ты? Это ему снится сон. He said we'd be together forever, mate. He said we'd be together forever, mate. Он сказал, что мы будем всегда навсегда. Вместе навсегда. It's not my fault. Jesse t- It's not my fault. Это не моя вина. Fault – это вина. Джесси took you. Джесси забрала тебя. Kenny! Okay, I can do this. I can do this. Okay, I can do this. I can do this. Okay, я справлюсь с этим. Я справлюсь с этим. I can do this. Can't do this. Я не справлюсь с этим. И он начинает стучиться во всю дверь. Hey, daddy's here. Hang on, buddy. Kenny. Kenny. Папочка здесь. Держись, приятель. Thanks. Но сегодня... На сегодня этого достаточно. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал и обязательно делитесь с друзьями. Пока-пока.